Трагедия, которая произошла в Казани, унесла жизни 50 человек. Среди них двое детей, 6 членов экипажа и еще десятки людей, которых не дождались дома. Кто-то потерял отца и мужа, кто-то мать, кто-то просто близкого друга. 50 оборвавшихся жизней и сотни сломанных судеб. Это командир экипажа Рустем Салихов. Когда его мама узнала о том, что ее сын навсегда остался на небесах, у нее случился инфаркт. Сейчас она в больнице. Тела нет, его нет. Со слов родной тети летчика, свой последний полет он собирался как-то по-особенному. Шутил, смеялся, как будто не хотел уходить. У него остались жена и две дочери. Самолет, наверное, узнал как своих 5 пальцев. Что-то, наверное, с техникой случилось. Вот это вот рабочее место уже планируется. Здесь она была. Кандидат медицинских наук и врач-отоларинголог Ольга Морозова была пассажиркой рокового рейса. В клинику, где работала доктор Морозова, люди несут цветы. Замену ей мы никогда не найдем. Тем же самым детям, ну, нам сейчас трудно объяснить, почему нужно идти не к тете Оле, а к другому врачу придется идти. Для нас это невосполнимая потеря. Сотни людей, которых оперировала и лечила Ольга Морозова, сегодня скорбят вместе с ее близкими. У Ольги остались муж и 2 сыновей. Мы ходили к ней со старшим сыном. Она смогла вылечить его без операции. Она была очень хорошим врачом. Боже мой, только хотели к ней пойти. Врач от Бога, каких мало. Трагедия затронула и семью президента республики. В авиакатастрофе погиб его старший сын Ирек Миниханов. Совсем скоро он должен был стать отцом. Известно, что с ним на этот самолет собиралась сесть и его беременная супруга. Но Ирек смог отговорить ее. Не успел испытать радость отцовства, а ребенок никогда не узнает, какой его папа был. Он был и будет отцом, даже если его уже нет в живых. Среди погибших и 27-летний математик Мстислав Камашев. Его называли вундеркиндом. Он прославился на всю страну, когда в 13 лет поступил в КГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Перед последней командировкой в Москву супруга сообщила ему, что скоро у них родится первенец. Ребенок никогда не увидит своего отца. А в этой школе номер 139 училась самая маленькая пассажирка разбившегося Боинга, 11-летняя Дарья Арташина. Год назад она с родителями переехала в Москву и летела в Казань, чтобы встретиться со своими одноклассниками. У нее ВКонтакте было, она строила план, радовалась, что она вернется. Вот сейчас в Казань, дни считала, когда вернется. И вот так случилось. Даша погибла вместе со своей мамой. Этот рейс оказался последним для 50 человек. Вот это последняя фотография самолета, которую успели сделать жена и дочь спортивного комментатора Романа Скворцова. После их трагической гибели Роман написал у себя в Твиттере, что ему больше незачем жить. И сегодня у нас в студии классный руководитель 11-летней Даши Арташиной Алсу Сафина. Здравствуйте. Здравствуйте. А также член родительского комитета 139-й школе Гузель Шафигулина. Извините, здравствуйте. И казанский психолог Рамиль Гарифуллин. Добрый вечер. Уважаемые зрители, 554-22-22 – это телефон прямого эфира. Вы тоже можете звонить, и тем более, если также ваши знакомые были на борту этого самолета, и вам есть что сказать о них, пожалуйста, звоните, мы с удовольствием примем ваш звонок и выдадим его в эфир. Ну, Алсу Зинуровна, первый вопрос к вам. Вы вели класс, в котором училась Даша, с 1 по 4 класс. То есть вы, наверное, ну, вторая мама, можно так сказать. И, ну, когда вы узнали о том, что произошло, вот что почувствовали? Ну, я хотела бы сначала, наверное, начать со слов, выразить соболезнования от своего имени, от имени администрации гимназии 139, от педагогического коллектива, от всех родителей, учеников, всем тем, кто
Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Всем тем, кто потерял своих родных, близких, друзей, знакомых, мы все скорбим. Конечно же, когда мы узнали о случившемся, у нас был шок. Ну, нам не хотелось в это верить. До последнего мы в это не верили. Все ребята очень ждали Дашу. Они переписывались с ней. И вот Даша написала, что ура, через 3 дня я еду в Казань. Вот. И, конечно же, когда такое случилось, ну, у детей шок. У детей шок. И вчера с детьми работали школьные психологи, потому что действительно у детей стресс. Ну, а вот я видел, у вас в школе фотография стоит, приносят детишки цветы, игрушки. Вообще, как вот они адаптировались уже как-то, или все-таки вот разговоры только о Даше, то есть вспоминают, обсуждают эту историю? Нет, конечно же, они вспоминают, и все это, ну, пока очень тяжело. Пока очень тяжело и для детей, и для нас, и для учителей, и для родителей. Вот поэтому, конечно же, ну, это не передать словами всю трагедию, которая вот произошла. Гузель Хабрина, я вижу, у вас фотографии есть, вот что за фотографии? Да, у меня есть фотография нашего класса, где, в принципе, Даша была очень неординарным ребенком. Она... Это вот очень... с косичками девочка. Да, вот с косичками, вот девочка, она. Да. Она очень красивая, она очень эрудированная, она очень умная девочка. Очень активная. Да. И, в принципе, дети ее очень любили, очень ждали, и они... переживает, они сополезны. Ну, я смотрю вот на всех фотографиях, она в первых очень, рядах. Да, там, да. Вот, это вы в Петербурге, это да? Мы ездили в Петербург, да. И вот она на всех фотографиях. Вот, у нас, смотрите, да. Она звездочка. Наша звездочка, да. К сожалению, звездочка погасла. Ну что ж, Рамиль, я знаю, что вы в числе первых сами добровольно приехали в аэропорт в ту ночь, заполученную страшную ночь, когда все это произошло, и работали в аэропорту с родственниками погибших. Ну, я понимаю, это, наверное, было крайне тяжело, вот, но тем не менее, вот с чем вам пришлось столкнуться, то есть какие слова вы говорили людям, которые только что узнали о трагедии, о том, что они потеряли самых близких? Ну, во-первых, я приехал туда, там уже работали мои коллеги. Я очень благодарен, что они все уже там организовали. Это прежде всего Зидинов Гумар Махмутович. Это руководитель психологической службы СРДЭШ. Это мой коллега Андрей Капралов, прекрасный психолог. Я уже видел, как он уже работает, как он держит за руки и все. Я уже подключился уже потом, после них. Они как-то раньше успели приехать. Ну, конечно, да. Я же после Бугаи уже работал. Здесь, конечно, уже поменьше было нагрузки. Вот говоришь прямо. Я прямо скажу. Ну, разговор в основном, конечно, шок бывает у некоторых. И особенно, когда я следил, когда фамилию узнают. Вот они смотрят на фамилию, я вижу сразу реакцию. И вот в этот момент и начинаешь, как и стараешься, чтобы что-то... Есть специально у нас приемы экстренно-психологической помощи, специальные разговоры, специальные... Что происходит с человеком? Вот он видит фамилию, он понимает вот это страшное сознание. И вот в это приходит, время он, все по-разному он закрывается реагирует. Или есть, что? Были такие, которые агрессивно прямо убегают, и были, и они разные. Одни хотят общаться, бегут, и прям сами хотят общаться и обнимать, и прям их держишь. Есть категория родственников, которые просто буквально наоборот с тобой, с тобой сокрест, общаются и прям хотят этого. И держатся даже за тебя, потому что им нужна опора. Есть, которые наоборот просто вот и бесполезно, они так вот уходят, бьют, и там агрессия такая даже была. Поэтому это очень все так сложно, и поэтому я вот все-таки благодарен, вот кому я сказал. И, конечно, работали врачи, они тоже там помогали. Ну, вот я знаю, что у вас в психологии вот есть понятие такое, что вот шок – это первая волна, а потом начинается вторая, гораздо более опасная. Дело в том, что у горя есть свои этапы. Значит, первый – это действительно шок. Вот, он идет, шок, между прочим, идет от нескольких секунд, иногда даже до недели. Это очень иногда и большое. Дальше идет уже само страдание,
само страдание, это где-то до 7 недель. Потом уже идет принятие, где-то через 2 месяца. А потом уже начинается печаль, то есть горе переходит в некую печаль. Поэтому нам еще предстоит работать. Я, конечно, раздал свой координат, я на бесплатной стоимости, как всегда, работаю. Тут слов даже нет. У меня уже есть звонки, я работаю, и поэтому я обращаюсь также к телезрителям. Смелее звоните. И самое главное, я сейчас переживаю за то, чтобы не было суицида или еще чего-то. Вот вы сейчас сказались уже, что незачем мне жить. Вот мы самое главное все должны сделать, чтобы у нас сейчас не было на этой почве суицида. Вот в ближайшее время в Казани, если этого не будет, это будет хорошо. Вот дай лишь бы вот этого не было. Поэтому давайте работать. У нас буквально время, моментальное стекло нашей программы. Давайте один звонок все-таки успеем принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Коротко очень. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Вы знаете, во-первых, хочется выразить соболезнования, конечно, да, всем погибшим, всех родственникам, но очень обидно, да, о том, что говорится о пассажирах, о питании лайнера, который управлял самолетом. Очень обидно, что ни слова не говорится о бортпроводниках, которые там работали, которые тоже погибли, и у которых также остались маленькие дети. Почему о них ни слова не говорится? Спасибо. Спасибо вам. Ну, действительно, всех хочется поименно назвать и показать. И действительно, и вчера мы упоминали и Ольгу Кабанову, и других бортпроводников, которые, конечно же, тоже вместе с пассажирами, тоже на борту этого самолета. И, в общем-то, их жизни в равной степени зависят от обстоятельств, которые происходят в небе. К сожалению, нам пора освобождать эфир. Спасибо вам большое, что были сегодня у нас вместе с нами в студии. Но будем надеяться, что все-таки не произойдет того, о чем вы говорили, Рамиль, что у людей хватит желания и силы жить дальше, потому что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Это была тема вместе с Сергеем Шерстнем. Спасибо вам.